Друзья, всем привет! Вот и прошла эта чертова ночь. И готов я поделиться вообще своим впечатлением. То есть спать мне было некомфортно, потому что та кровать, которую мне предоставили, она имеет такую, можно сказать, мягкую-мягкую пружину. И в моей спине спать в такой кровати не очень было удобно. Не знаю, что я думаю, но попрошу товарища, возможно, он мне привезет сегодня лист фанеры, и я под эту кровать подложу. Потому что мне неудобно на ней спать. Во-вторых, что хочу еще сказать. Привезли нам сейчас завтрак. С утра я, конечно, не удивляюсь уже, потому что я в инфекционной вообще больнице лежал. Примерно понимаю, что они нам могут предложить. На содержание одного клиента за сутки дается 53 рубля. На 53 рубля человек здесь ест целый день. То есть это завтрак, обед и ужин. Здесь вот есть такое помещение, служебное помещение, здесь стоит пакет с мусором. Вчера, когда я сюда вечером заходил, здесь было просто море тараканов, я это уже врачу сказал. Я говорю, слушай, у вас что тут за рассадник такой? Вы говорите, просто возьмите какое-нибудь средство, дифлофос или что-то еще, и просто побрызгайте здесь. Ну, вроде она меня услышала, сейчас тоже вот прибежал, помыть руки хочу и помыть. И позавтракать принесли кашу, масло. Масло почему-то с виду похоже вроде бы на масло, но на запах больше похоже на маргарин. Обязательно поделюсь своим впечатлением, когда эту кашу съем. А сейчас вот помою руки. И, ребята, сразу же вам скажу, маска, которая на мне сейчас одета, не тратьте на нее деньги. Эти маски, они бесполезны здесь. Здесь врач, который нами занимается, она сказала, ребята, попросите, говорит, родителей там, либо друзей, чтобы вам привезли маски, которые либо имеют фильтр смены, либо прилегают ко всему лицу плотно, чтобы нигде не было вот этих отверстий мелких, потому что нося такую маску, вы говорите, себя никак не обезопасите. И та инфекция, которая здесь присутствует, она в любом случае вас заменит. И еще такая информация пришла тоже, что в этой больнице, где я сейчас нахожусь, а ты иди немножко подальше, потому что тут тоже врачи ходят, сделали мне замечание, ты говоришь, что здесь снимаешь, говорит. Привозят сюда вообще всех людей. Тут как перевалочная база, здесь нет никаких отдельных боксов. Не привозят сюда людей, подают эти анализы. Если, короче, анализ подтверждается, что ты ковид, тебя переводят в другую больницу. Но ты же здесь лежишь, ты же общаешься здесь с людьми, которые у тебя в палате. Ходишь по коридору, здесь также ходят люди, которые, возможно, болеют этим ковидом, но ты этого же знаешь, пока не придет результат его анализа. И риск заболеть именно этой инфекцией здесь огромен. Вот сейчас парни привезут мне эту маску мощную, с фильтром буду ходить здесь с ней. И по возможности в коридор выходить не буду вообще. Вот, в течение дня я буду вообще делиться с вами своим впечатлением, что касается пищи, которую нам будут приносить в течение вот этого всего дня. То есть это завтрак, обед и ужин, ну и, конечно же, по лекарствам пробегусь, которые нам сейчас в данный момент дают. Вот эта вкуснятина, о которой я вам только что говорил, это каша, где-то грамм 150, два кусочка белого хлеба с маслом. Хлеб с маслом положили прямо на скатерть, которая у нас здесь на столе постелена, ее никто сегодня не обрабатывал, этот хлеб я уже нижний кусок есть точно не буду. Ну и 150 грамм чая. Вот такой вот завтрак у нас сегодня. Мужики, вон уже поели, все счастливые сидят. Друганам у нас кормят отдельно. Все, кушаем и начинаем работать. Вчера мне из дома привезли оборудование, все, чтобы я здесь себя чувствовал тоже комфортно. Тапочки. Все, всем приятного аппетита. Привезли капельницу, вон всем пацанам тоже. Ставят сейчас нам натрия хлорид. Сольфрам 0,9%. На часик придется залипнуть. Она есть. А если у вас ее нет, вот я вот не хочу, чтобы ее нет. Я вас даже не вижу, я просто хочу сказать, что пришли мне поставить укол в живот. Все. Дурдом, Ванечка. Люди, вы сходите с ума, реально. На этом. Опа. Все, готово. Руку лучше чередовать? Укол это фраксипарин для разжижения крови.
Вот, друзья, пришло время и пообедать. Принесли нам покушать. И сегодня на обед у нас, если честно, вкуснятина. Вы посмотрите только. Это рыбий суп и пюре с котлеткой. Сейчас быстренько все кушаем. У мужика у нас сегодня, оказывается, юбилей 70 лет. Мы родственники торт отправили. Сейчас будем праздновать. Друзья, готов ли поделиться с вами хорошей новостью. Коронавирус у меня не подтвердился. И у меня у товарищей, которые лежат со мной в палате, его также нет. То есть это хорошая новость для нас. Сейчас нам остается только здесь подлечить нашу пневмонию. Ну и, конечно же, соблюдать все условия гигиены. То есть внимательно взялся за ручку, протерли руки спиртовым раствором. Все это мне привезли. Я думаю, что у меня проблем с этим не будет. Ужин на ужин. Как всегда, вкусняшка. Это кашка. Овсяная, грамм, наверное, 150. Но я ее съем, потому что выглядит она вроде бы съедобно. Пацаны у меня уже поели, но я еще не кушал, потому что температура опять поднялась, мне поставили укол, температуру сбили, и мне стало лучше. Машины скорой помощи каждые полчаса сюда приезжают. Каждые полчаса сюда привозят новых клиентов, заболевших пневмонией, а возможно и коронавирусом. Так что, друзья, берегите себя, берегите своих близких. Будьте немножко посерьезнее, относитесь серьезнее к этой ко всей ситуации, не нужно улыбаться. Я тоже улыбался, но когда я с этим сам столкнулся, я понял, что действительно эта инфекция есть, и никто ее не придумал. Вот. Всем удачи, здоровья, до встречи.